Добрий день, мене звати Вікторія Опіч, я представник благодійного фонду «Квітна». Зі мною по Zoom-зв'язку Наталія Попова. Наталія Попова – медик-консультант з питань грудного вигодовування, учасник всеукраїнських конференцій з питань грудного вигодовування «Краплини життя» з міжнародною участю для консультантів з лактації та працівників медичних закладів. Основна діяльність пані Наталії – гімнастика і плавання з малюками, а також допомога матерям, що готують з проблемами грудного вигодовування. Добрий день, пані Наталія! Добрий день, пані Вікторія! Пані Наталія, ми з вами поговоримо про грудне вигодовування, і я вже маю перше запитання. Ну що, почали? Так. Почали. Скажіть, будь ласка, яка користь грудного вигодовування для малюків? Вы знаете, грудное молоко для младенца – это поистине живой продукт, потому что в нем находится неимоверное количество всех необходимых и питательных веществ, и защитных веществ. Плюс это, конечно, эмоциональный контакт с мамой. Поэтому грудное молоко для ребенка – это просто какой-то вот живой волшебный продукт. Вот вы кажете, что это какие-то... волшебний продукт. Яким чином він, ну, в чому його ось чари? Як він захищає, можливо, малюка від хвороб? Ну, окрім того, що є емоційний зв'язок із мамою, яким чином він ще є таким чарівним? Що саме в ньому незвичайно? Смотрите, що касається питательних веществ, я навіть буду загибати зараз пальці. Білки, жири, углеводы, витамины, микроэлементы, гормоны, ферменты, вода, антитела, лейкоциты, энзимы, полисахариды, олигосахариды. То есть это настолько насыщенный продукт всем необходимым для ребенка, а как раз защита идет, это лейкоциты, которые иммунную систему укрепляют. Белки тоже очень хорошо влияют на работу иммунной системы. Энзимы помогают иммунной системе возобновиться, восстановиться. Они как бы ее стимулируют. Ну и антитела – это защита от бактерий и вирусов для ребеночка. То есть состав очень великолепен. Я вам мало скажу. У меня был в практике случай, конечно, он был очень давно, но я его запомнила. Я уже не помню этой истории досконально. Ко мне обратилась девушка, у нее были какие-то, честно не буду врать, какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, и она вообще ничего не могла принимать из пищи, вообще ровным счетом ничего. И врачи выявили, что может ее спасти на время, помочь ей именно грудное молоко. И она ко мне обратилась за помощью, ну, так как я работаю с кормящими мамочками, чтобы как-то кто мог, дал такую возможность получать ей грудное молоко. Ну, человек взрослый, а грудное молоко даже помог вот такому человеку взрослому в ее проблеме. Поэтому это волшебный продукт. Она одужала, так? Да, она одужала. Неймовірно. Цікаво. Добре, таке питання. Яким чином грудне молоко впливає ось на цей емоційний зв'язок між мамою і дитиною? Смотрите, прежде всего, так как ребенок получает максимум необходимых питательных и защитных ингредиентов, это развитие ребенка. Оно развивает у него физическую как бы, потребность, ну, становиться более крепким человечком. Конечно, эмоциональная связь – это тоже такой несколько волшебный процесс, потому что для ребенка мама в первый год жизни, особенно в первые там, ну, 3 месяца, мама для него вселенная, целая вселенная. Ребенок проходит 3-й триместр, который помогает ему доразвить системы, органы, функции и эмоциональную связь. Когда ребеночек сосет мамину грудь, он успокаивается, он чувствует защищенность, а это безопасность. А именно безопасность ему необходима для прохождения 4-го триместра. Ну, ось добре. Є дуже багато позитивних моментів. А чи є якісь ризики для малюка, коли він споживає мамине молоко?
Вы знаете, на самом деле особенно рисков никаких нету. Единственное, есть в моей практике, потому что я говорю из своей практики, а опыт работы у меня больше 23 лет. Раньше по Всемирной организации здравоохранения по всем параметрам нельзя было кормить, когда это был резус-конфликт, конфликт по группе крови, некоторые заболевания мамы. Сейчас все изменилось, сейчас при этом кормить можно и даже нужно, даже при открытой форме туберкулеза у мамы. Но есть один момент в моей практике, опять-таки, когда невозможно было кормить ребенка, потому что у ребенка была лактозная недостаточность. Она бывает очень часто у деток сейчас, и при этом кормить совершенно спокойно можно. Но в некоторых редких случаях ребенок не набирает вес, а некоторые дети даже просто отказываются от грудного молока, даже не которое поступает из груди, а даже из бутылочки. Это, наверное, единственный случай, когда грудное молоко ребенку не подходит. Все остальные только за. Тобто, якщо у дитини лактозна непереносимість, то дитина не може. Це протипоказ може бути. В ніяких випадках не може. То ли це ступінь самої недостатності лактозна. Я, чесно говоря, не знаю, але в ніяких випадках ребенок не може. Це рідкі випадки. В основному, навіть, це зараз розпространене захворювання, к сожалению, і дітки всі питаються грудним молоком і нормально розвиваються. Скажіть, будь ласка, а якщо у жінки, наприклад, ВІЛ або СНІД, чи можна її вигодовувати грудним молоком? Раніше було під сумнінням, а навіть не можна. Зараз в основному можна. Чому? Тому що дитина, так, він отримує ці віруси і бактерії, але вместе з тим він отримує і антитіла, які тут же, це як прививка, які тут же захищають його від цих проблем. Но это все индивидуально, это рассматривает, конечно, все педиатр, все под его взглядом тщательным, это не так, что там в интернете почитали, решили, кормить. Нет, это все обсуждается как на консилиуме. Зрозуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, якщо у мами недостатньо свого молока, чи може вона звернутися до іншої жінки, наприклад, яка також вигодовує грудьми, щоб годувати її молочком дитину, або ж, як от раніше, годували коров'ячим молоком, догодовували діток. Такі процеси взагалі от зараз прийнятливі? Прийнятливі тільки в случаї донорським молоком. Дійсно, якщо не вистачає твоєго молочка у мами, вона може звернутися за допомогою. У нас тому і існує зараз банк грудного молока. Раньше такого не было. Сейчас это уже есть в роддоме на Предславинской, это перинатальный центр. Но, конечно, желательно было бы, чтобы мама, которая дает свое молочко, вела здоровый образ жизни и мысли. Потому что молоко не только по всем веществам питательным, чтобы совпадало ребеночку, а это информация, это жидкость, а любая жидкость, она передает информацию. Поэтому лучше было бы, если мама была в хорошем расположении духа и позитивно мыслила. А вот что касается коровьего молока, нет, лучше уже на крайний случай смесь. И то смесь сейчас выбирается по возрастным новым нормам, выбирается гипоаллергенная, для того, чтобы там было минимум коров'ього білка, тому що іменно він і визиває алергію. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якщо жінка хоче стати донором грудного молока, але вона живе не в Києві, чи може вона стати донором там якось своє молоко? Чи це лише жінки, які живуть в Києві, щоб звернутися в цей перинатальний центр і надати своє молоко? Я просто про перинатальний центр чую вперше, насправді. Мені дуже цікаво, як стати донором, тому що інколи буває у жінок і молоко. І як можуть скористатися мами цим всім процесом? Я думаю, що в цьому проблем нету. Тобто, я не знаю точно, але мені кажется, що не тільки жінки, які живуть в Києві, можуть стати донорами банку грудного молока. А мені кажется, що по всій Україні. Да. Це дуже гарна новина. Добре, бувають такі ситуації у жінки, що вона знає, що в якийсь там момент вона
не зможе побудувати грудьми. Наприклад, хтось працює або навчається, ну, різні бувають ситуації. Жінці потрібно дитині ж надати своє молоко, вона може заморозити молоко. Чи взагалі це прийнятний такий варіант, заморозити, потім розморозити і дати своїй дитині, чи так не працює? Конечно, это очень хороший вариант. Это в любом случае лучше, чем смесь. Тем более сейчас существует очень много фирм, которые производят контейнеры для замораживания грудного молока, пакеты для замораживания грудного молока. Конечно, это идеальный вариант, даже если мама планирует или на работу выйти, или там просто отлучиться, я не знаю, на маникюр съездить. Но лучше ребенка покормить замороженным грудным молоком, которое разморозить, чем смесью. Это лучший вариант. Плюс, если не использовалось замороженное грудное молоко, наступает период прикорма, всегда его можно добавить и в овощную смесь, и в кашки. Ну, всегда приветствуется. А вот это замороженное молоко, оно не втрачает какие-то свои там микроэлементы? Абсолютно нет. Совершенно нет. Чудово, дякую. Скажіть, будь ласка, скільки грудного молока повинен випивати малюк, щоб він наївся? Ну, або як зрозуміти, що дитина не доїдає? Смотрите, конечно, сразу после рождения у ребеночка желудок очень манюсенький. Он примерно как наперсток. Поэтому ребеночку до 3 суток молока нужно капли, миллилитры. Начиная с 3-5 суток, приход молока переходного происходит, то есть там увеличивается объем. И ребеночку нужно, ну вот если ему 3 сутки, примерно 30 грамм, 4 40 грамм, 5 50 грамм, так до 10 дней. Когда выходит на уровень 100 миллилитров потребность для ребенка, до месяца примерно остается такая доза. К 4 месяцам ребеночек должен уже потреблять 240 миллилитров. Ну, в 5-6 месяцев, ну, примерно так же и остается. А вот уже ближе к годику, там уже 250 миллилитров ребенок должен потреблять. Это еще раз, правильно? Так, так, да. Добре, а як зрозуміти, що дитина, ну, наприклад, чи є молоко в грудях, і, ну, незрозуміло, чи достатньому, чи недостатньо, є якісь симптоми, чи поведінка дитини зрозуміло, що вона мало їсть? Ну, от як от розуміти, чи це лише вже в кінці місяця по вагам можна визначити, що дитина не доїдає? Це дуже непростий питання, тому що у ребенка общение з родителями в основному происходит через плач. Это единственная как бы, возможность ему общаться с родителями. Голодный плачет, спать хочет плачет, скучно плачет, страшно плачет, пописал плачет. Поэтому трудно определить, если он плачет, ну, что он хочет. Конечно, со временем по интонации родители учатся различать. А, это он есть хочет, а, это он спать хочет. Поэтому лучше всего, конечно, это контроль веса, который происходит в конце месяца. И видно уже, сколько ребенок набрал за месяц. Достаточно, недостаточно. Поэтому только контроль веса. Можно, конечно, еще использовать, когда понятно, что ребенок часто плачет, это контрольное взвешивание раз в неделю максимум. Потому что если пытаться взвешивать его до кормления, после, там эти граммы, это просто нервотрепка для родителей. Там он повернулся в столько-то грамм, туда повернулся уже там в плюс, там в минус. Это очень сложно. Потом, насколько он часто какает, насколько он часто писает. То есть это, если памперс у него ну, нормально наполняется, его часто меняют, значит, ему есть чем писать, значит, он наедается. Ну и также какает. Если он какает регулярно, ну, значит, есть чем. А лучше всего, конечно, контроль веса в конце месяца. А які мають бути інтервали між годуваннями грудьми? Ви знаєте, немає такого чіткого правила, тому що в початку, от особливо в початку, адаптація йде приблизно, взагалі адаптація повна йде до 4 місяців. Ну, от така помітна йде до місяця. Тому ребенок как бы з груддю в течение місяця договаривається, ну, как бы з груддю, он договаривається з гормонами, сколько ему, конкретно ему, нужно вырабатывать молока.
Поэтому по питанию пока и потребность у него очень, я называю, бардаковая. Он может поесть через 20 минут, потом через 2 часа, потом через полчаса, потом через час. Это нормально абсолютно. Поэтому тут речь не в режиме для ребенка. Обязательно он должен, как в роддомах раньше было, знаете, вот 9, 12, в 3, в 6. Это режим не ребенка был. Все дети рождались по-разному, у всех разные потребности, а кушали все одинаково. Это режим роддома был. Поэтому ребенок будет как бы питаться пока еще непонятно, но, как правило, он сам выходит на режим. В идеале, конечно, вот где-то к месяцу, чтобы был интервал вот 2,5-3 часа это днем, ночью 3-4, это идеально. Но бывают такие детки, ну, малоежки, то есть им почему-то у них запрос такой, почему-то им так надо. Они вот всю дорогу, пока они кормятся, они будут кушать по чуть-чуть, но часто. Это не очень, конечно, удобно, но что делать? Ребенок так за команду. Дякую, малоежки, цікаво так. Скажіть, будь ласка, у якому віці потрібно вводити малюку прикорм? Тобто, окрім грудного молока... Ну, ВОЗ рекомендует первый прикорм вводить не раньше, чем 6 месяцев. В принципе, это правильно. Единственное, что если ребенок находится на смешанном вскармливании, либо на искусственном вскармливании, можно немножко оттянуть раньше, но опять-таки по ребенку посмотреть, насколько он набирает в весе, как он развивается. Если у него интерес уже к этой человеческой другой пище. Ну, а так в основном 6 месяцев. Зрозуміло. А з яких продуктів бажано починати прикорм? Тільки з овочей. Тільки і тільки і тільки з овочей. Причому, ну, це теж індивідуально. Можна вводити овочі, які натуральні. Ну, опять-таки, тут треба бути впевненим в натуральності. Тобто, якщо покупати у бабушки той же кабачок, потрібно розуміти, що там нормальна бабушка, і кабачок буде нормальний. Не магазинний, зрозуміло, не в супермаркеті. Либо кормить ребеночка баночными овощными пюрешками. Комаровский, например, он почему-то против вот всяких натуральных кабачков, там капуст цветных и всего остального. Ему так спокойнее, что вот в баночке уже все есть чистое, все экологичное, и для ребенка очень подходит. Но это все индивидуально, если вот, допустим, живут в селе, там ну, бабушки, дедушки, или сами там живут не в городе, там за городом, у них там огород свой. Ну, конечно, логично пробовать натуральные продукты. Ну и потом по ребенку нужно смотреть. Одному нравятся больше баночные пюрешки овощные, другому больше нравятся натуральные. Ну, это все индивидуально, но только овощи. Первый прикорм только из овощей. А скажіть, будь ласка, коли в грудному молоці починає знижуватися кількість корисних властивостей? Це ось пов'язано з тим, що потрібно проводити прикорм, тобто десь в 6 місяців, чи пізніше, чи раніше? Коли це відбувається? На самом деле, конечно, пока ребенка кормишь, но я имею в виду не до 5 лет, пока ребенка кормишь, всегда есть ну, полезные для него ингредиенты. Но немножко, конечно, снижается содержание полезных веществ, ну, ближе к полугода, да, прикорм. Именно поэтому и существует прикорм для того, чтобы ребенок получал все ему необходимое через другие продукты. Ну и, соответственно, начиная с полугода, ближе вот туда, вот годику, немножко идет снижение. Но полностью все равно молоко остается полезным в любом случае. Скажи, пожалуйста, если у жінки мало грудного молока, то ну, до скількох мінімум ось такі дотягнути їй, щоб дитину годувати грудьми все-таки? Який цей мінімум необхідний? Хоча б до полугода постаратися. Хоча б до полугода. Ну, опять-таки, планку собі сильно високу не ставити, тому що мамочки собі ставлять такі планки, которые просто, не, они даже не то чтобы неисполнимы, они настолько зацикливаются на вот процессе вот докормить, и они напрягаются. А напряжение очень плохо сказывается на выработку молока. Это я про гормоны, когда буду рассказывать, я расскажу, почему. Добре, ви сказали, що годувати, ну, попередній вашій відповіді, ви сказали, що годувати не до 5 років. То до якого віку, ну, тільки є максимально, що потрібно все ж таки закінчити грудне вигодовування? Ну, опять-таки, ВОЗ рекомендує до 2 років, 1,5-2 роки. Угу.
Совершенно спокойно, нормально. Единственное, что я всем своим клиентам, которые кормят там 1,5-2 года, это индивидуально рассказываю. Наконец-то у меня появилась такая возможность высказать свое мнение, ну, как бы в мир. Конечно, ребенок должен получать, да, если все, маме ок, то есть она себя прекрасно при этом чувствует, ребеночку хорошо. Конечно, замечательно получать ему грудное молочко до 2 лет, но это не означает, что 2 года ребенка надо кормить по требованию, как это происходит в начальном периоде до месяца, потому что у меня по работе, ну, были случаи, я приезжаю на вызов, там лактостаз, ребенку около 2 лет, и уже речь о завершении идет у мамы. А я спрашиваю, а как часто вы ребенка кормите? Она говорит, ну, по требованию. Я говорю, в смысле, а какое требование у 2-летнего ребенка в груди, сиси? Ну, как она вот там упал, там бежал, упал, споткнулся, ударил коленку. Ну, успокой. А я говорю, а хорошо, если ему будет 15 лет, он коленку ударит, а сиси не будет. А опыта у него как бы уже туда... Ну, не вернешь, что делать тогда, понимаете? Поэтому, конечно, кормить надо, тем более с каждым прикормом идет замена грудного прикладывания на прикорм. Не нужно вводить прикорм, когда уже полностью ввести до нормальной, полноценной по граммам дозе, закусывать сисей. Ну, не надо этого делать, потому что лактация разгоняется. Когда уже приходит время кормления завершать, а лактация просто, извините меня, фигачит так, что ее невозможно остановить. И поэтому проблем куча. С грудью она не понимает, что с ней происходит. Ну и ребенок как бы привязан уже настолько, что ему, ну, проблемно так сильно, так резко отказаться от такой привязанности. Поэтому до 2 лет, да, ну, разумно. Просто получить грудное молоко. Ви знаєте, я чула, що якщо жінка дуже довго годує дитину грудним молоком, то потім у дитини є певна деформація щелепи, там якось неправильно формується припус. Чи дійсно це відповідає, ну, чи це правдива інформація? Знаєте, опять-таки, якщо кормити ребенка вот даже до 2 лет по требованию, возможно. Да, потому что, ну, ребенок уже у него должны быть другие функции использования его ротика, чем просто сосание, то, наверное, да. Если разумно кормить до тех же 2 лет, то, конечно, нет. У меня был другой случай, когда мне по поводу прикуса, ребеночку где-то около 2, он на прикорме уже, ему давным-давно пора уже твердую пищу кушать. И вот мамочка жалуется, что что-то он не жует, что-то вот не жует, и все. Правильно, потому что ребенок по 20 раз за ночь просыпается покушать. Днем мама в доступе, даже не мама в доступе, он даже мама не называл мамой, а сисей. Сисей в доступе постоянно. А что же ему жевать-то, если он постоянно сосет? То есть вот такой случай был. А по поводу прикуса, если разумно к этому подходить, кормить разумно до 2 лет, то нет, конечно. Дякую. А скажите... Як найкраще відлучати малюка від грудного вигодовування? Максимально, ну, безболісно це зробити. Іменно малюка, тому що отлучення є малюка, і потім договор з самою сісією. Мамина волевое, стержневое рішення, що я готова грудное скармливание завершить. Как только она готова, только после этого начать беседы вести со своим ребеночком на протяжении месяца. То есть рассказывать ему, что скоро сиси не будет, ты уже взрослый. Ну, то есть доступным ему языком. Как бы, ну, просто подготавливать эмоционально ребенка к этому процессу. Тогда ему будет гораздо легче. Ну, а потім просто в якийсь один день взяти і перестати давати, чи якось поступово там рідше давати? Нет, то есть можно, если ребенок кушал грудь днем, то есть убирать дневное кормление там раз в 3-5 дней. Одно дневное кормление раз в 3-5 дней. Второе там убрали, дневные полностью убрали. Как правило, ночные остаются. Ну, когда ночные остаются, и, конечно, одномоментно, потому что ночью убирать по одному кормлению, это не, ну, это ненормально, это очень сложно, потому что он ночью может поесть 5 раз,
может 15 раз. То есть это очень сложно регулировать. Но тогда лактация уже не будет такая сильная. И у него уже не будет такой зависимости сильной, что если нет, то все пропало. Нет, конечно. Ну, стресс, понятно, но он адаптивный стресс. Детки там, ну, день, два, три могут там попереживать, а могут там совсем не переживать. У меня, допустим, я же бабушка, у меня внуку 2,7. Кормился он до годика. Он был режимный, когда он сам на режим вышел. И вот был как раз идеальный режим. И вот с каждым прикормом мамочка убирала одно кормление. И у нее оставалось годику уже одно кормление. Я не помню, это утром там или вечером. И она его убрала, и все, и жизнь продолжается. У ребенка никакого стресса вообще не было. У груди никакого стресса вообще не было. Я даже не трогала ее грудь, не проверяла, потому что не было необходимости. Вот это идеальный вариант. Це з усього, що я хотіла запитати, запланувала, то це, мабуть, все. І я для себе, як мама двох дітей, я дізналась купу нового, чого я взагалі не знала. Ви мені відкрили дуже багато цікавої інформації. Я дуже сподіваюся, що жінкам, які подивляться наше відео, їм також буде цікаво. Вони дізнаються багато нового для себе. Зі свого боку, я вам дуже дякую за таку розмову. И мне дуже-дуже приємно. Мне дуже приємно. Я рада, что насколько получилось у меня поделиться, я поделилась. Мне очень будет приятно, если моя информация действительно окажется полезной мамочкам, тем, кто планирует стать мамочками, тем, кто уже мамочки.